Славная история, но я как-то связи не вижу. Мне вам карту нарисовать? Не было там никогда Аль-Башира, потому-то вы и прибыли. Мы знали, что он был в Тегеране, где-то прятался. Понятно. И до того момента вы не верили, что Аль-Башир связан с Соломоном, не видели связи. Я знал только то, что видел в Курдистане, там у Соломон был. У меня вопрос. Аль-Башир для них герой нации, нам надо было оставить его в покое, это ведь вы сказали? Нет. А кто? Не знаю. И кто командира подстрелил, мы не в курсе. Пошел нахер! Не забывай, что тут происходит. Это не суд. Ты виновен, и я знаю конец твоей блядской истории. Мы здесь не за тем, чтобы его мордовать. Отпусти его. На этот счет у нас есть четкий приказ. Я просто хочу добраться до сути и сделать это чисто. Ладно. Расскажите, как вы нашли бомбу в Тегеране. Город-то не маленький. Орудий на грузовиках пока нет. Нет. Судьба никогда не спешит, брат. Бродяга, я косарь. Давайте транспорт. Бродяга, по оценке повреждений, выводы сделать трудно. Однако, в 3.00 авангард полковника Гаррисона занял мост Джаффи. Это дает возможность бродяге и косарю захватить вражеские здания, где можно получить стратегическую информацию. Ваша первая цель – жилой комплекс Ходжер, за каналом. Начнем штурм через минуту. Готовьтесь отойти. Вас понял. Косарь на связи. Идем к вам. Косарь, внимание всем позывным. Начинаем операцию. Повторяю, начинаем. Сэр, вас понял. Блэкберн, держи миномет. Живо! 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 Пошли, мать вашу, пошли! Стреляйте за каменной стены. Верите, что не стреляйте.
Дайте пулеметы, чтобы мы могли пройти. Хорошо сработали в жилом комплексе. На этом задание 1-3 пойдет отдельно от бродяги. С нами. Выведет прямо... В смысле, сэр, там ведь все как на ладони сразу после туннеля. Чего это он? Понял вас, 1-3. Поворачивать не надо. Мы сейчас толкнем эту машину с дороги. Ты же слышал. Тормози. Смиримся с этим. РПГ сверху! Сюда! Вот ублюдки! Удерживайтесь там! Мы поднимемся! Блэкберн, за мной!
Это танк! Сваливаем отсюда! Все в порядке. Все в порядке. В порядке. Все целы. Бля, это же Т-90, я все еще на ногах. Я не просто цел, мне охренительно повезло. Блэкберн. Блэкберн, ты как? Ты там как? Должен быть какой-то выход отсюда. Вперед. Апачи патрулируют. Если они успеют вовремя. Думаю, это бар. Похоже на то. Эти девятые, сука, возвращаются. Нужно что-то делать. Черт, чего это? Твою мать! Гори, недоносок! Подходит бронетехника. Нужна помощь. Прием. Продолжаем движение. Еще бронетехника. Т-9 перед банком. Да, они слева. Слева идут. К нам идет пехота. Подождите эту сволочь! Дерьмо! Пошел, пошел! Смотри, меня зацепили! Было не получится зайти.
Подсадите меня! Я держу! Давай! Чисто! Еще один! Ножом! Давай! Пошли дальше. Так, ищем любые признаки присутствия Аль-Башира. Находим, пакуем. Парни, подвал ваш. Мы зачистим остальное. Понял. Блэкберн, быстрее. Монтес, дверь. Можно спуститься на тросах. Окей. Тут шахта, метров на 20 вниз. Тихо, медленно. Осторожно спускай веревку. Прямо миссия невыполнима. Блэк, давай.
Натянутым трос держи. Ага. Внизу что-то слышно. Разговоры, наверное. Думаешь, Аль-Башир тут? Не знаю. Надо проверить. Маткович, открывай ворота. Осторожно, взрываю! Чисто! Чисто! Это еще что за херь? Монтес. Ты тоже это чувствуешь? Гордон. Надо открыть дверь. Тяжелый, черт побери. Я вхожу. Чисто. Да это ж золотая жила. Это командный центр. Они пытались его уничтожить. Это дерьмо еще здесь. Надо все рассортировать. Ага. О, черт. Тут карты Парижа и Нью-Йорка. Еще расписание поездов с надписью 202. Серьезное дерьмо. Иди сюда. Оно радиоактивное. Может, лучше не трогать? Выбора нет. Черт, ты вообще понимаешь, что это? Русские. Атомные бомбы. Тут только одна. Но есть место еще для двух. И где же они, черт побери? Эй, на это стоит взглянуть! Вон там! Черт! Это же Аль-Башир. А второй кто? Не знаю. Они идут вниз. Берем это оружие и быстрее сваливаем отсюда нахер. А что насчет данных? Нет времени. Берем бомбу и сваливаем. Сейчас все здание развалится, чувствую. Это бродяга 1-3. Давайте докладывайте. Бродяга, у нас тут ОМП, кажется. Их может быть еще несколько. ОМП? Не понял, не слышу тебя. Давай еще раз, пожалуйста. Ох, не к добру это.